Ну, ще згадуємо заяву пана Буданова, так, головного розвідника українського, який казав про те, що саме у серпні буде такий переломний найбільш момент. Починаючи із ударів по Криму, це такі перші вибухи, які чують жителі півострова. Власне, чи стало це переломним моментом і чого слід очікувати в найближчі тижні? Ну, мы видим удары и не только по Крыму, и по Геническому району, по складам, и в Кирилловке по складам, ну, даже по временным. То есть мы разрушаем логистику, мы разрушаем снабжение противника, а перевес их в артиллерии, в боекомплекте был настолько существенным, это было такой проблемой для нас всегда, что это действительно будет переломом. Но настоящий перелом, когда мы перейдем в контрнаступление, то есть для этого нужно все-таки сосредоточиться и на юге, и удержать Бахмут и перейти, скорее всего, в контрнаступление на Лисичанск и не снять с повестки дня очень важный вопрос Энергодара и Запорожской атомной станции, потому что если нас отключат от нее, это для энергосистемы Украины очень большая проблема. Так что можно говорить о том, что перелом уже наметился, потому что у россиян не хватает ресурсов, они не могут укомплектовать этот свой третий армейский корпус резервный для войны в Украине, который в Нижегородской, по-моему, области базируются и туда пытаются собирать всяких добровольцев с миру по нитке, но укомплектовать его не могут. И они уже вынуждены перекидывать из-под Славянска, из-под Мариуполя войска на Херсон, вместо того, чтобы наступать на Донбассе. То есть у них объективно не хватает ресурсов. Уже это ощущается. Пане Криле, ви зачепили досить важливі такі теми. Насправді, перше, це контрнаступ наш і на півдні, і на сході нашої держави, також Запорізька АЕС, що також не дає бути спокійними фактично всій Україні, і не тільки, але й міжнародній спільноті, але про все по порядку. Власне, маємо зараз ось цей підірваний військовий аеродром, звідки невідомо, чи ще будуть злітати російські винищувачі і прикривати свій гарнізон на півдні нашої держави. Як це посприяє і чи допоможе украинской армии пойти в успешный контрнаступ? Ну, война на самом деле идет сейчас, это война в первую очередь артиллерии, потому что ни одно подразделение с автоматами в руках, я воюю с автоматом, мы не можем причинить врагу такой ущерб, как в течение недели, как в течение 15 минут грамотная работа одного артиллерийского расчета. Поэтому преимущество в артиллерии и господство в воздухе – это сейчас определяющее. И если мы лишаем врага этого преимущества, то мы остаемся с ним фактически в равных условиях, а у нас совсем другая мотивация, совсем другая подготовка военных, совсем другое оружие, экипировка. И мы будем их давить, конечно, тогда гораздо легче. Сейчас они держатся за счет преимущества в артиллерии и в воздухе.